спится, сестра? Нет, отче. Душа не на месте. В каждом деле душу спрашивать надо. Помолитесь со мной, отче. О ком молиться? Об упокоении рабы Божией, Гордан. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави долги наши, яко же и мы оставляем должников наших. Стой! Стой, стой, стой! Дальше не поеду. Тут недалеко. Вам вон туда, по дороге до ворот. Эй! А деньги? А груз? Я же не потащу его один. Какой еще груз? Я тебя спрашиваю, какой груз, турок? Гроб. Матерь Божья. Свят, 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 еси Боже, Богородицу и помилуй нас. А чей? Хозяин замка приказал похоронить себя в родовом склепе. И приказ этот для его слуги закон. Такого уговора не было гробы таскать. И потом, по такой темноте, мы гроб в гору не дотащим. Дотащим. Он легкий. А как же дело хозяйское? Теперь хозяин и сам дойдет. Thank you.
Через три ночи светила встанут в фигуру, которая случается раз в полтора века. Луна наберет свой полный круг. И в этот час мне понадобится она. Милена. Расскажешь ночью сказку про сербского короля? Что ж тебе такие сказки страшные нравятся, а? Ну, пожалуйста, Милен. Нет бы доброе, что послушать. Опять он в лес побрел. Эй, малыш! Ну-ка, Мишка, гони овец кошару, а я за ним. Хорошо. Пошла, но! Пошла, давай. Пошла, пошла, пошла. Давай, пошла. Провалился глупый. Давай, малыш, давай. Ну-ка, вылезай. Пошла! Марикает. Земля на могилке открылась, шевелиться начала. Плохо Марику похоронили, батюшка Лавр. Крест не стоит. Вы бы помолились там, что ли, успокоили ее. А то она от обиды аж живность тащит. Что живность? Ее голод теперь только кровь человеческая утолит. Возвращаются они. Кто? Вурдалаки. Я молитву начну, а ты подпевай. Батюшка Лавр, я когда громко молитву пою, у меня голова кружится. А ты как знаешь, хочешь шепотом, хочешь про себя, только молись. Иди сюда. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речит Господеве, заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него, яко той избавит тебя от сети ловчей. Жарко. В кафтанах-то соприим, барин. Терпи, Парамон. Мы по государственному делу. Надо быть при параде. Понятное дело. Ну, блеса близ. Ну да, что-то вроде того. Эй, братья, есть кто живой? Живой есть. Временно. Почему временно? Потому как все мы здесь временные. По мишуре вижу. Столичный гость? Так точно. Флигель-адъютант Любчинский Андрей Васильевич. Подобный Лавр надобен. Миру Лаврентий Тоболин. Лавр есть, все остальные были да вышли. Владыка, а что, еды больше не будет? Ой, Господи. Яви великую милость твою и передай жене моей, Марфе Мефодине, которая проживает в деревне Большие Грязи, что все у меня происходит по воле твоей. Помоги, Господи, рабу твоему грешному вернуться домой, дабы помереть не от голода, а как положено тобой, чин по чину, в кроватке своей. Они в дружелюбном краю. Сняли с вас опалу, владыка. Здесь в письме государев указ. В столице ждут. Приказано явиться.
Простите, вы, пожалуй, не понимаете. Должность и место жительства по всемилостивейшему указу... Понимаю, я понимаю. И про должность, и про место жительства. Понимаю. А указ куда прикажете? А вот сюда его. О! В печь. Вот сюда. Приказываю. Сюда. Не поеду я ни в какие академии. Перегорело. Да как же так можно? Пренебрегать высочайшей милостью. Ой, по милости осуждают, по милости прощают. А это все человеческие милости. Пустое. Сиречь капризы. А я, покуда над монастырской церковью крест православный стоит, здесь буду, это и есть мой рубеж. И покидать мне его негоже. А это уже не людской выбор, а повеление более высокого ранга. Вот. Бог с вами, отец Лавр. Надеюсь, Бог со мной. Хочу, чтобы с тобой был, когда ты решение принимать будешь, от которых будущее зависит. Какие мои решения? Обидно, право. Месяц понапрасно дороги колесить. Кто знает, понапрасно ли. Ты завтра приходи. Я письмо их величеству напишу. Сам все объясню. Почитай, 1500 верст поскакали. И что, все зря, что ли? Я думал, хоть в монастыре поем от пуза. Монахов запас-то, о-о. А тут что? Разве это еда? Так, закуска. Чего ты вообще взял, что там рыба есть? У меня на нее нюх. Тут она никуда не денется. О, вот там глубоко, а вот тут мелко. А она на отмель всегда погреться, покушать выходит. Не беспокоится Андрей Васильевич, сейчас такое ушицу сварганим. Молоденькая. О, сейчас поганул. Кто здесь? А что это прыгает? Но он же завыл, как леший. Я испугалась. И ничего страшного. Выживет? Боюсь, не выживу, барин. Боюсь, истеку до срока. Спаси, Господи, мою душу грешную. Слабчивую, переходит. Елена! Чего? Погоди. Ой, слушай, мне бы дровяной жмых положить быстрее на голову этому дурню. А ну как хозяин этого дурня в городе жаловаться начнет? Да следствие учинит. Андрей не будет. Ну,
тебе уж и Андрей. Не скоро ли? Голова-то закружилась. Ой, брат, слушай, у тебя своя жена есть, вот ей и командуй. А мне Андрей Васильевич. Чеснок на зиму? Можно сказать и так. Любите вы это дело? Чем выше в гору, тем больше чесноку. Связки вон до потолка висят. Вот что, другого ничего не растет здесь, что ли? Кто съел чесновинку, того стригони поцелует. Чего? Лук от семени тук, чеснок от семи упырей стоит. Подпеченный в саду чеснок толчен. С одного боку режь, с другого ешь. Хватит болтать. Дед, а правда, что заложенные покойники чеснока ой как не любят? Ешь. Кто-кто заложенный? Покойники. А маменька чеснок в шелухе в погребе на зиму хранила. У нас в погреб нельзя. Почему? Гниет, барин. Все гниет. Зачем нам эта девица? Неужто барон влюбился? Испокон веков этот мир принадлежал нам, высшей расе, вампирам. Шесть могущественных кланов тысячелетиями сохраняли власть тьмы. Но появились смарои, наполовину люди, наполовину вампиры. Обладая силой вампиров, они не боялись света. Морои встали на сторону жалких людишек, и наш мир пал. Но я, Витольд Бештефи, верну вампирам утраченное величие и власть. Я был бы более полезен, если бы барон посвятил меня в свои планы. Эти знания не для твоего рассуждения, раб. Послужи мне еще 3 дня, и ты станешь одним из нас. Мне нужна кровь Милены. Я стану дневным вампиром. Не какая-нибудь жалкая летучая мышь, а король вампиров. Молчи уже, леший. Ну а что такого? Все правильно, на то они и созданы девицы, чтобы будоражить молодую кровь. Молчи, тебе видно. Слышишь? Что-то с животными. Барин. Нет!
связи! Покажись, тварь! Я доберусь до тебя! Не лезь ты, барин! Ну, пожалей Давай. Ты живота-то своего! Ну, тягостно же здесь! Неужели ты не чувствуешь? Ну, недружелюбные места здесь! Матерь Божья, Царица Небесная, Матушка, дай силы выстоять, уцелеть. Спаси нас от участи смертной. Марика вернулась! Марика вернулась! Марика вернулась! Георгий, там дочка Владислава вернулась! С того света? Больше неоткуда! Ой, не ходи, дитя малое у нас. Выстрелил в девочку. Не человек она. Мертвый уже 3 дня. Упырь. Идите спать, барин. И вы все делайте, что нужно. Идите спать. Не было ничего. Они хоронят обращенных лицом вниз, в рот засовывают чеснок, а под мышки вставляют ивовые кресты. Могилы забрасывают камнями и кропят их святой водой. Турок. Да, хозяин. Древние слишком долго спали, поэтому не сразу войдут в свою прежнюю силу. Но скоро они понадобятся. Займись девицей. Лучше днем, днем люди менее пугливы. Да и тебе будет проще. Ведь ты, человек, не постишься на изгиб ее изящной шеи. Я доставлю ее, хозяин. Постарайся. А то ждать полтора века слишком долго. Летишь и на кол поднимут. А с ними что делать? Может, выпустят? Да, только чуть позднее, а то голодные возьмут не свою дичь. Но чем их кормить? Крысами. Чем не еда? Ой. Гляди, барин, наградила ведь увечья. А вы в другой раз шуточками остерегаетесь? И...
На пастбище? Да, туда. Там 4 головы осталось, и то все жрать хотят. Пошли, Гера. Сапожки на тебе, как на царице. Не боишься одна-то, когда тут такие страсти происходят? Я боюсь. Цезарь со мной. А ночью? Ночью. А что у вас сегодня ночью было? Вам все уже сказано по минутной слабости. Цезарь! Не пытайте ее, барин. Так, может быть, ты мне тогда сам расскажешь, Георгий? А то, простите, не вашего ума дело. Парамон! Я собственными глазами видел. Ее пуля не берет. Изучить надо, а выводы наверх донести. Юноша, изучить, а стоит ли? В прошлом веке в просвещенной Франции пытались изучить. Так 30 тысяч человек по обвинению суда, как вампиров и вурдалаков, казнили и правых, и неправых. Вот местные пуще огня и боятся огласки. Уж лучше собственными силами верного вурдалака изловить и прибить, чем под государевой поступью оказаться. Вот. Разгневается в столице. Ай, пускай гневается. Куда меня дальше сошлешь? Вон там Османия, вон там австрияки с венграми. И так самый краешек. Так страх же здесь. А в столице-то не страшно? Где все через кровь делается, а? Господи, прости. Ступай с Богом. И забудь все, что здесь видел. С Богом. Вот и вся недолга, Андрей Васильевич. И хорошо, и от греха подальше. Рамон, ты лучше на дорогу смотри. А что на нее смотреть-то? Пусть она на нее лошадь смотрит. Через месяц с тобой будем в столице, у Какушкиных питейном заведении. Каждый четверг соревнования. Кто больше выпьет, тому прыс. Какой? Ай, водки даю. Так, Парамон, а ну-ка сверни на это поле. Рамон, а? С Миленой беда. Скачи за подмогой. Скажи Георгию и зови всех, всех, кого найдешь. За подмогой-то? Ну а как же я вас одного-то? Давай. Ну, раз вы велели, не беспокойтесь. Одна нога там, другая, почитай, тоже там. Ну, пошел! Мужики, я своими глазами видел, кровище кругом, собака убита. И парень мой, Андрей Васильевич, за ней прямо в горы кинулся. А ты-то сам чего ж не кинулся? Как? Я хотел. Парень же приказал сюда скакать за подмогой. Часа два осталось. Ну, считай, погубил ты барина. Мужики, кто со мной? А куда же ехать-то?
Понятно. Помирать дураков нету? Так ведь сам сказал, скоро солнце сядет. Ладно, бабоньки, заболтался тут с вами. Стой! Отец-то? Нечто не с вами. Отец? Так он же за тобой пошел. Я думала... Кто пошел? Да Горча же! Да ты ж за ней поскакал, народ сбаламутил. Тут столько разговоров было, а Горча с выпаса пришел, тебя нет. Он за тобой. Одного не брошу, говорит, пропадет. Так я думала, он с вами вернется, вы же не разменетесь.
Не пущу! Ну, пусти! Нет, не пущу, я сказала! Я уже говорю! Кому не говорят, пущу. Пусти, все равно поеду! Не тебе он, отец! Да не тебе одному! И мне! А сам-то, небось, позабыл, кому отец? В ночь уйдешь, с кем Михайло останется? С нами, с бабами! Подумайся, брат, солнце садится, сам знаешь. Но не пойдет же он туда ночью. До таких седин человек дожил. Научился же на рожон не лезть. На то и уповаем. А вось нашел, какую пещеру-то ждет на утро. Не в замок же ему прямиком отправляться. 20 лет замок пустой стоял. Он все ждал, все боялся. Что Митр живет уже. До чего? До Стригоева возвращения. Барон, говорят. Вернулся. Жену Горчи. Маму мою. Барон Пиштефи укусил. Она Милену носила. Вот-вот родить должна была. С ней начала обращаться. Роты он принял и колом ее в сердце, жену родную. Все боялся, что зараза эта ребенку передалась через кровь материнскую. Потом на свет младенца вынес и плакал. Все ждал, что дочь сейчас сгорит живьем. Вот с тех пор разум его и помутился. Вроде живет, как жил, а в голове одна мысль. Найти Пиштефи и за все этой мрази отплатить. Что это?
Кровь летучей мыши. Ай! Морой. Что это значит? Ни человек, ни вампир. И это от матери передалось. Надо переезжать ко мне в обитель. Там безопаснее. Если ты зачем-то нужна Пештефи, значит, он ни перед чем не остановится, чтобы забрать тебя. Давай, дочка, собирайся. Кажется, я знаю, зачем она ему нужна. Я с ней. Я помогу. Пожалуйста. Парамон! А? Собирайся. Да, все. Я сейчас мигом. А, куда? Куда? Нет, в смысле, если надо ехать, ну, значит, надо ехать. Ну, дело не в проворот. Барин, ну, ваше платье надо подначистить, надо пряжки все подзаштопывать. Хорошо, Парамон. Оставайся. Спасибо, Андрей Васильевич. Нет, если вы приказываете, ну что, мы люди маленькие. Нам приказывают остаться, значит, мы остаемся. Все. Я как дела доделаю, я прям сразу за вами. Прямо сразу за вами. Ой, Господи, Пресвятая Богородица. Богато. Любите вы, миряне, церковные деньги посчитать. Да я же не попрекаю. Еще б ты меня попрекал. Надо пересыпать в бочки из мешков. Так тут сплошь серебро. А медь и золото в других сундуках? Нет, специально на серебро выменивал. Иногда даже в ущерб себе. Зачем? А ты сам-то как думаешь? Да я понятия не имею. Тут столько пороха, что все на воздух взлетит. Бомбу делать будем? Тогда лучше гвозди использовать, владыка. Серебро-то зачем? Серебро для нечисти. Самое страшное оружие. А вы-то откуда знаете? Они вам сами рассказали? Господи. Дай умар оба твоему Андрею. Прими саблю посеребренную, освященную. В ней частица мощей святого Георгия. Мне, монаху, серебро ни к чему. Я бессеребренник. А вот для них смерть. Потому как все они Иудина племя. И осина отсюда. На ней он удавился, когда проклятым стал. Деда? Сними крестик. Брось его там. И выходи ко мне. А где Милена, Мишенька? Лавр забрал ее в монастырь, дед. Thank you.
будешь за меня. Скорты. Нет, Милена. Правда. Смеетесь? Я от чистого сердца говорю. Ну, вы про дела сердечные, конечно, по боли моего знаете. Я думал, что знаю. А оказалось, что нет. Тогда зачем торопиться? Кто же знает, сколько нам отпущено? Я знаю. Я многое знаю. Постой. Вот, прими. А если я ведьма? С кольцом выражать легче. Я над тобой власть возьму и буду творить, что вздумается. Я ведь только этого и жду. Горча. Отец. Здесь я. Ты почему здесь? Почему домой не вернулся? Тать на меня вчера напал. Тать напал? Или другой кто? Тать. Не бойся. Бусурман. В широких штанах. Видали такого. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно. Отец Лавр, там сыночек мой Михаил. Он весь жару мечется, подняться не может. Взгляни, батюшка, умоляю. Пойдем. Помоги мне. Все ли дома-то хорошо? Нет, отец. Все хорошо. Ой, Мишенька. А где муж твой, Зданка? Он с утра за отцом пошел. Значит, ни отца, ни мужа дома нет. Плохо, плохо. Да не мучит его, батюшка! Два пятна воспаленные, хуже смерти они. Не мучай душу ребенка. Яви избавление своими руками. Нет! Нет! Я слышала, что бесовство изгоняют. Так попробуй! Именем Христа и силы его. Но ты же слова всякие знаешь. Нет таких слов. Ты же знаешь. Сын твой не во власти зла. Сын твой. Само злое есть. Я Христом Богом молю, но не надо. Не дам, слышишь? Отойдите! И ты, и Бог твой! Борча! Oh.
все в один день. Мишка с Дэнк. Отец, брат. Может, вернется еще? Не вернется, я знаю. Стрелы надо готовить, владыка. Сейчас не могу. Почему? На закат любуюсь. Может, это последний закат в моей жизни. Древние вампиры. В прежние времена мир принадлежал им, пока не появились люди. Турок, дай руку. Насыщайтесь! Сейте смерть! Сходы ее мы пождем еще сегодня до восхода солнца! Армии наших братьев восстанут! Этот мир, как вся эта долина, станет нашей поживой! Идите! Беду. Только хуже сделал. Не думал я, что он на деревню пойдет. Милена-то у нас. Думал, войной на нас пойдет. Гляньте-ка, владыка. Кто это? Не как Парамон. Пресвятая Богородица, спасибо тебе, что сохранила мне, Господи, жизнь мою. Для деток моих, для жены моей, Марфы Мефодины. Спасибо вам, отче. Оставайся, мол, в Парамоша, в селе-то. Там безопасно. А мы, мол, в монастырь поедем. Смертный бой принимать. Бурдалаки так вокруг так и вьются, так и вьются. Так, Парамон, вставай. Грешно в обители роптать. Андрей Васильевич, ну... Вот остался жив, и слава Богу. Нам тут третий не лишний. Да, один в поле, конечно, не воин,
а трое в крепости хорошо. Добро пожаловать на битву, Парамон. На битву? На какую? Ну ты сам-то как думаешь, на какую? Они ведь сюда идут. Парамон, ты куда? Лошадь. Спрятаться надо. Вот, дочка. Нам сегодняшнюю ночь пережить надо. Если Пиштефи тебя заполучит, всему конец. Тогда ни он, ни его демоны света бояться не будут. Если кто кроме меня сюда войдет, вот шнур. Его сразу поджигай. Обещай мне. Победа? Нет. А Андрей? Владыка? Жив еще Андрей. Жив. Пока жив. Все, дочка. Теперь садись. Глаза закрывай и читай молитву. Ничего не бойся. Самоубийство – страшный грех. Это ведь так надо. Господь, значит, от меня отвернулся. Тебе ее убить. Андрей, не мешай ему. Ну ладно, мы с тобой. А она-то?
Пусть живет. Нельзя. Мир погибнет. Нет! Слуги мои заполонят вскоре небо и землю. Но ни один из них не посмеет тронуть тебя. Я хочу, чтобы ты видел, как мир, который ты так любишь, умирает. Я хочу, чтобы ты искал смерти вместе с ним. Чтобы ты пережил его. Прощай, мой лучший враг. Отче, вот скажи мне, я же ведь Андрею Васильевичу подчиняюсь. Мне просто интересно, чего же я для тебя-то такие тяжести таскаю? Тебе ровно наказание за трусость. Ты когда вампиры на обитель напали, где был? Я прятался. Ну, где Господь сподобил, там и прятался. Купили. Потому как ты трус, Парамош. Ну и слава тебе, Господи, что трус. Зато и живой остался. Это ты к чему? Я к тому, что смерть-то она одна. И для каждого своя. Господь, он храбрых-то первым прибирает. Потому как на рожон лезут. По одному трусу он до седых волос дает дожить. Чтоб помер в своей постели в окружении внуков и правнуков. Нет у тебя ни внуков, ни правнуков, и жены нет. Это как нету? А Марфа... И Марфы нет. Была, любил ты ее, но пришло время жениться, ты струсил. И вот сейчас трусость свою прикрываешь. Что, мол, не за себя боишься, а за жену и за детей. Откуда знаешь, владыка? Господь вразумил. Трусть она от чего? От неверия. А если вера есть, то и страх пропадает, как ночная тьма от зашедшего солнца. Вот так вот. Я с вами, отче. Беги, пока не поздно. Беги. Сколько людей погибло? А еще сколько погибнет, если я эту тварь не уничтожу? А Милена уже не человек, ты же знаешь. Беги. Может, все-таки правда, барин? Поедем. Вы церковники. Учите, Бог есть любовь. Так дай мне спасти свою любовь. Ну,
едем? Батюшка, Христа ради, если вы хотите вести со мной богословскую беседу, давайте сделаем это в дороге. Хотя вряд ли стоит, у меня и так голова трещит. Так это что, Андрей Васильевич? Я, значит, с вами умирать? Нет, Парамон, не надо. Ты был мне хорошим слугой и другом. Да, я на тебя ругался. Прости, если что. Ты свободен, Парамон. Езжай домой. Солнце в полудни и померкнет на земле в день свет. И превращу праздники ваши в жалость, и все песни ваши в плач, и возложу на всяк хребет вретище, на всяк углу плешь. Яков день болезни. Время пришло. Черное солнце спускается на нас. Соль нигром фарама двенья тебе нон. Суспенди капут меум, это обру тимур меум, доне комнюс, юсти, иванескут. Здесь кровь шести древнейших вампирских родов. Ты сосуд, который все это примет. Пошла гулять губерния. Ты мое детище. Я тебя создал. Не человек. Не вампир. Морой. Я знал, что ты придешь. Оставь ее. Она более не человек. Милена, что ты с ней сделал? Субстанция на грани преображения. Она либо восстанет алчущей тварью, либо преобразится в самого
прекрасного дневного вампира, которого не видывали ни свет, ни ночь. Я убью тебя. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля уже миновали. Спаси ее. Отдай свою кровь, любя и по доброй воле. И поспеши, пока мрак не рассеян. Барин, помочь? Ты кто? Раб Божий. Парабон тропует. Изыди! Глупец. Спасает не крест, а вера того, в чьих руках этот крест. Не оттрет Бог всякую слезу сочи. И смерти больше не будет. И плача больше не будет, и вопли больше не будет, болезней больше не будет, ибо минувшее прошло. Отче, отдаю в руки твои дух мой. Все-таки ушел. Клинок. Гори в аду. Милена, тихо, тихо, спокойно. Милена. Все будет хорошо. Все. Не успели. Она вот-вот обернется. Отпусти ее, пожалуйста. Она уже не человек.